Здравствуйте, меня зовут Светлана. Как я могу вам помочь? Нужно записаться к врачу. Смотрите, на данный момент я могу помочь вам оформить вызов врача на дом, записаться на прием к врачу или записаться на вакцинацию от COVID-19. С голосовым роботом-помощником Светланой знакомятся все, кому нужно записаться на прием или вызвать врача на дом. Больше не нужно держать в памяти номера телефонов регистратур поликлиник. Достаточно запомнить всего один, короткий, 122. Это номер единой справочной информационной службы. Звонки обрабатывает искусственный интеллект, который работает без устали по будням с 7 утра до 8 вечера, по субботам с 8 утра до часу дня. Все номера регистратуры перевели на единый номер колл-центра 122. Через этот номер вы можете записаться самостоятельно к врачам, которым вам необходима эта запись для получения консультации. Напрямую через номер 122 личный кабинет вы можете записаться к врачу-терапевту, к врачу общей практики, к врачу-хирургу, урологу, офтальмологу, врачу-лор, к стоматологу-терапевту, к врачу-психотерапевту, к врачу-гигиенисту. Голосовой помощник – это не просто дань моде, а технологическое решение, которое помогает сократить время до звона пациентов до медорганизаций. Робот Светлана принимает звонок, распознает речь человека и оформляет вызов врача через единую медицинскую систему ЕМИАС. Через голосового помощника пациенты, состоящие на диспансерном учете, записываются на прием к узким специалистам – кардиологу, неврологу, эндокринологу, инфекционисту. Для идентификации пациента во время разговора робот попросит назвать 16-значный номер полиса ОМС. Заранее приготовьтесь его назвать. Позвонив по номеру 122, как и на портале госуслуг, можно не только записаться к врачу, но и заказать до 4 видов справок, для получения которых раньше нужно было попасть на прием к участковому терапевту. Это справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, справка для поступления в ВУЗ 086У, справка для приобретения путевки на санкурлечение 070 и справочка 079У для санаторно-оздоровительного лечения ребенка в лагере. Справка подписана, ей можно пользоваться в электронном виде, но при необходимости предоставить ее по месту требования, ее можно получить уже непосредственно в регистратуре, не затрачивая на это никакого времени. Заказать одну из 4 видов справок для себя и своих близких можно при помощи смартфона и обычной программы для сканирования QR-кодов. Наводим их на специальную табличку и проходим по ссылке на портал здравоохранения Московской области. Справки формируются врачами в течение 3 дней, а получить их можно в том же личном кабинете. Если возникли трудности при записи к врачу, воспользуйтесь горячей линией Щелковской городской больницы. Номер телефона вы видите на экране. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.